вот такие вот делают выходы в виде отдельных бетонных киосков, только ДК, в которых находится бомбоубежище. И вы были в этом бомбоубежище? Смотрите, какой он огромный. И в нем есть вентиляция, спрятанная под рекламу, с решеточками. Да, говорят, у кого-то есть ключ от подвала. Подписывайтесь на его канал, и он вам покажет, как пройти в этом ДК культуры бомбоубежища.